Ну что ты, Жорик, как дела? Да нормально все. Чем занимался целый день? Гамбургеры ел 6 раз. Че, сегодня ударим? По спине? По спине, да. По спине сегодня у нас спина. Упражнение 5-6 сделаем, чтобы спина треснула. Че будем делать? Так, что делать будем? Тягу не будем делать. Ты будешь? Да. В конце? Нет, в начале. Сделаешь в конце? В начале. Я в конце никогда у меня не получается сделать. В конце сделаешь на максимум. Ты пока порастягиваешься, я сделаю. Так, что делаем? Шурику. В хаммере широко будем делать. Потом на блоке на себя сделаем снизу. Потом что, сверху, наверное, узко. На блоке, ну да, да. Делаем. Потом, я думаю, снизу взять широкий гриф. Снизу. На блоке. И с этой, с веревкой понатягивают. Поебать веревку, да? И все, думаю, у нас нормально треснет. По спине ударим. Сейчас кофейку бахнуть. Да, кофейку надо обязательно. Я только с работы, даже домой не заходил. Не жрал? А я вот генера только вольнул. Нормально. Масса придет. Всегда гейнер надо, если не пожрать никак, надо гейнер. Да, да, он мне аппетит перепип, да, ну. Жрать-то хотелось, я думаю, да, ладно. А я знаешь, что сделал сейчас? Че? В Макдональдс ходил. Тебе же нельзя. Серьезно, что? Да у меня просто ломка началась, ну как нельзя? Сушки у меня нет. И что сожрал? Я сожрал, типа, Биг Тести здоровый, Биг Мак, картошку фри, колу. Нихуя ты гонишь. Значит, ты среду тогда уже не празднуешь. Субботу, то есть, не празднуешь уже. Поэтому надо сейчас посильнее тренировку дать, чтобы все вышло. И сейчас посидеть надо еще. Вот такие дела. Дождик опять, дождик. Давно не было дождя. Ну да. Опять. Да зима это. С утра жара была такая опять. А вчера была. Зима, что ты хочешь? Зима, вчера 25 в тени было. Да? Вчера я в мастерской целый день был, я не знаю. Градусник поставил. 35 было. Ты, да? Да не. А, ну то просто нагрелся градус. Но. Это тебе Испания. Ты что, пернул, что ли? Нет. Я не такой. Это я сам даже не заметил просто. Сейчас кофейку бахнем. Садись поближе. Фу, ты что, газанул, что ли? Да. Садись поближе. Я газанул. О! Открыто. Так, ну что, бодибилдеры, подписчики, надо заряжаться энергией. Кофе заказали, кинчифута, чихуахуа. Вот эта штука чуть-чуть заряжает. Может быть, даже не чуть-чуть, но меня чуть-чуть. Меня другие. Меня штуки. Так чуть-чуть, что аж в глазах мутнеет. Меня другие штуки заряжают. Опа. 25. Что значит 25? Метили раны, но. 25 эфедра. 375 миллиграммов эфедра. Эфедра это что? Это таблетка, чтобы летать. Эфедрин. Все, прет. Идет уже. Виход был. У меня тоже, я же боком это. Блин.
Я боюсь обосраться, блядь. Сейчас обосрусь, блядь. Да ну нахуй. Это нахуй не надо вставлять, я думаю, жестко, бля. Ну да, да. О, смотри. Опа. Так, ну что? Ну что, ребята? Вот эта штука заработала, кофе допили. Можно идти заниматься. Смотрим. Ну что, будем делать хаммер? Верти на ширину спины. Погнали. Опускать до ушей. Вот ручки до ушей. Локти четко вниз. Не вперед, не назад, вниз. Вниз быстрее опускаешь, наверх больше поднимаешь. Ширину, чтобы знали. Повторяюсь, вес не главное. Главное чувствовать мышцы. Поэтому ставлю на максимум. Старается. Ставьте лайки. Лайки за оператора. Будет здоровее. Молодец, техника, все правильно. Все четко старается, пацан. Фантомас, как еще назвать. Что, вес не главное. Самое главное мышцы чувствовать.
Самое главное, чтобы хуй стоял и пахнет меня. А так и хуй не стоит, и бабок нету. Что это такое? Вес не главное, говорю. Не главное вес. Когда качаешься, думай мышцой. Когда думаешь мышцой, быстрее кровь туда идет, качается, растет все. Думай, как она напрягается, растягивается. Толку больше. Че? Нехуй сказать что. Че? Надо меньше пиздеть и больше качаться. Слонов все любят пиздеть и меньше сейчас. Это да. Погнали. Верхний блок закончили узким платом. Сейчас будем вот тут делать нижний блок широким платом. Давай. Нормально своим телом. А не вот так вот, блядь. Дэнс, дэнс. Пошел, блядь. Привет. Вот, смотри, больше нету. Было бы 200, я бы сделал 200 и сожрал бы весь гейнер. Нижний блок закончен. Сейчас вот здесь вот делаем. Веревкой блок. И все, и заканчиваю, да. Понятно, всех?
точно. Оператор будет тягу еще делать. А я без тяги обойдусь. В принципе, и так нормально выложился. Пробуйте такую тренировку. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте лайки. Чем больше лайков, разница ничего не поменяет. Так что можете дизлайки ставить. Делитесь видосом. Спасибо, что смотрите. Все. Качайся. Бицеп, майца, тора. Suscríbete en Zora, en español. Давай еще раз. Еще раз. Suscríbete a YouTube en Zora, en español. Si podáis, suscribiros al canal de Zorax. No os defraudará. Bien fuerte, chicos. Бля, Жора, идем тебе за этим, за белком, бля. Хули ты там этими пирожками, бля, сегодня давишься. Надо, блядь, сожрал сразу кабана, бля, целого, нахуй. Где-то у нас тут, блядь, наша дичь, блядь. Так что, Жора, в следующий раз будешь хуярить кабасиком, бля.